Отличное настроение и вдохновение будет дарить сейчас рубрика «Своими руками». Диск, несмотря на конкуренцию с флешкой, по-прежнему в обиходе. На нем, как правило, хранится что-то, но очень важное на долгую память. Фотографии ребенка, свадебное видео. А что, если вдруг чехол для диска потрескался или сломался? На помощь придут подручные материалы. Сейчас будем делать самодельную коробочку для диска. Понадобится плотный картон, обои или упаковочная бумага, клей, двусторонний скотч и, конечно же, старый футляр для диска. Сначала по размеру диска из картона вырезаем коробочку будущего конверта. И сразу делаем сгибы. Потом наклеиваем двусторонний скотч, чтобы бумага, которую будем поверх декорировать, хорошо легла. Лишнюю бумагу в уголках немного подрежем, чтобы эстетично все выглядело. Так, настало время беспощадно распрощаться со старым потертым чехлом. От него останутся лишь рожки да ножки. Главное сердцевину сохранить. Она еще пригодится. А середина нужна для того, чтобы закрепить диск на конверте. Механизм старый и проверенный, хотя можете и кармашек для диска соорудить. Клеим крепеж на середину. Картонный просвет тоже заклеиваем бумагой. Это самый простой вариант конверта для дисков. С ним справится любой. Ну а пока все сохнет, посмотрите творение дизайнеров. Дело за малым – украсить, поместить диск и завязать его лентой. Теперь ваши воспоминания под надежным замком. Делайте мир красивее. Пока-пока!